сейчас, чтобы наши участники все-таки понимали, что им еще есть к чему стремиться, да. С показательным номером на лед выйдут двое профессиональных спортсменов. Да. Дорогие друзья, будьте готовы поднять нижние челюсти своих восприимчивых товарищей. На льду Татьяна Навка и Роман Костомаров. Да-да-да. Ну, так говорит сам Роман Костомаров. Да-да-да. Татьяна и Роман сегодня выступают под песню Владимира Высоцкого «Кони» в исполнении Гарика Сукачева. Отечественная школа фигурного катания всегда отличалась тем, что представители нашей страны были самыми выразительными, самыми эмоциональными и, может быть, даже самыми красивыми фигуристами, выступающими на Олимпийских играх, мировых чемпионатах и чемпионатах Европы. Все эти турниры пара Татьяна Навка и Роман Костомаров выигрывали. Олимпийскими чемпионами они стали в Турине в 2006 году. А песня «Кони» Владимира Семеновича Высоцкого в исполнении Гарика Сукачева – это та самая песня, под которую Татьяна Навка выступала в прошлом году на танцевальном конкурсе «Евровидение» и заняла там второе место.
И Татьяна, и Роман – удивительно красивые люди и спортсмены. И, конечно, они были украшением проекта «Ледниковый период».